Уважаемые жители и гости республики, прием и регистрация заявления и обращения граждан о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях осуществляется в дежурных частях территориальных органов республики круглосуточно сотрудниками дежурных частей. Обращения принимаются всеми видами связи. Телефонной связью, факсом, лично, также через интернет. Всем сообщениям присваивается регистрационный номер, который рассматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контактные телефоны 102, единый номер 112, а также номера, указанные на официальном сайте Министерства в сети интернет 01.mvd.rf. Дежурная часть МВД по Республике Адыгея на постоянной основе размещен и функционирует телефон доверия МВД по Республике Адыгея, входящий в систему горячей линии МВД России с абонентским номером код города Майкопа 596488, на который вы можете обратиться, назвав свои установочные данные, которые у вас уточнит оператор. Телефон служит для приема обращений граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Все обращения регистрируются по установленным правилам и доводятся руководству министерства для разрешения в установленном законом порядке. Обращаю внимание, что сообщения, поступившие на телефон доверия, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рассмотрению не подлежат. Граждане вправе направлять свои письменные обращения в МВД по Республике Адыгея и его руководству на бумажном носителе через операторов почтовой связи, а электронные – в форме непосредственно сервиса приема обращений официального интернет-сайта МВД по Республике Адыгея. Оставлять в почтовом ящике МВД по Республике Адыгея по адресу город Майкоп, улица Индустриальная, 2А/1, либо территориального отдела МВД России на районном уровне. Обращения граждан либо организаций, поступающие в адрес МВД по Республике Адыгея или территориальный орган, органы министерства на районном уровне рассматриваются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации и требованиями инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России номер 707 от 12 сентября 2013 года. Кроме этого, сотрудниками делопроизводственных подразделений ведомства ведется предварительная запись граждан на личный прием к уполномоченным должностным лицам. Аналогичная работа проводится и в территориальных органах МВД России на районном уровне. Запись на личный прием осуществляется на основании заявления, направленного в МВД по Республике Адыгея в письменной или электронной форме. Записаться также можно по телефону в городе Майкопе 59-62-39 в рабочие дни. В случае необходимости неотложного реагирования на совершение противоправных действий, сообщения о преступлениях и административных правонарушениях по-прежнему передаются по телефонам дежурных частей, либо в ближайший отдел полиции на номер 02 или с мобильного телефона 102. Кроме того, граждане могут подать письменное заявление в дежурную часть органа внутренних дел. Прием заявлений там осуществляется круглосуточно. Оперативный дежурный оформляет талон уведомления и выдает его гражданину или лицу, представляющему его интересы. В письменном обращении в обязательном порядке следует указать наименование органа внутренних дел, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, либо адрес электронной почты для направления ответа или уведомления о переадресации обращения, личную подпись для письменных обращений на бумажных носителях и дату. В содержании письменного интернет-обращения следует изложить их суть, просьбы, причины, несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения.